Завершуються останні приготування до святкування Дня міста, яке відбудеться у суботу 13 квітня. Чорноморців та гостей міста у цей день чекають і офіційна частина свята, і розважальна, і кулінарна, і спортивна. Дорогі горожане, чорноморці, в преддверии праздника хочу ще раз поздравить каждого из вас с Днем города, который, как вы знаете, состоится 12 апреля. Эта дата уже давно знаменательна для каждого из нас. Но уже под доброй сложившейся традицией для удобства каждого из вас мы праздник переносим на субботний выходной день, чтобы каждый из вас мог в полной мере вместе со своими семьями насладиться тем праздником, который мы для вас приготовили. Вкратце расскажу о мероприятиях, которые нас с вами ждут. Возле здания исполнительного комитета в 9:30 начнется формирование праздничной колонны. Колонна будет в этом году более насыщена, начинаться будет от здания исполкома, а хвост колонны будет доходить практически до здания нашей библиотеки. Из новшеств и из изюминок я скажу лишь одно – остальное будет для вас сюрпризом. А одно это то, что в 2018 году депутатом Черноморского городского совета, членом группы «За Черноморск», моим товарищем Юрием Ивановичем Бусько был подарен флаг муниципальный городу, который уже в этом году насчитывает 46 метров и который является самым большим муниципальным флагом в Украине. На празднование Дня города мы пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса, где мы официально зарегистрируем наш самый большой муниципальный флаг. Что хочется еще добавить? Колонна пройдет до спорткомплекса «Юность», где будет установлена главная сцена города, где в 10:00 начнется торжественная часть. Торжественная часть будет в себя включать награждение новых почетных граждан города, а в этом году ими стали Михаил Рафаевич и Константин Волошко, которые были приняты на праздничной сессии Черноморского городского совета практически единогласно. Далее мы поздравим, вручим грамоты жителям города. Это конкурс на лучшее благоустройство, на лучший подъезд. Это те заслуженные люди, которых подали трудовые коллективы. И на протяжении всего дня на главной сцене города нас ждет концерт, который приготовили для вас наши творческие коллективы. Что ждет нас нового и интересного? В 17:00 на сцену выйдет народная артистка Катя Бужинская. А с 21:00 это по инициативе и при помощи Ильичевского судоремонтного завода, а также депутатской группы «За Черноморск» вас порадует своим выступлением Феликс Шиндер, что стало возможным при плотном сотрудничестве городских властей, а также Ильичевского судоремонтного завода и депутатской группы «За Черноморск». На протяжении всего дня традиционно нас порадуют наши предприниматели. Это будут интересные кухни, традиционные шашлыки. Также в этом году изъявили желание приехать в город из разных мест Украины. Это и Волынская область, это и центральные регионы Украины, это и Львов, и Днепропетровск. Предприниматели, которые хотят показать свой колорит, показать свою кухню и порадовать наших горожан. Еще раз поздравляю каждую семью города Черноморска и каждого его жителя с праздником. Желаю вам всем стабильности, успеха, здоровья и все, что мы видим сегодня в нашем городе, это его процветание, экономический рост и та красота, которую мы имеем с вами. Это все благодаря только вам. Еще раз вас всем с праздником, счастья вам, добра и удачи. У святкуванні Дня міста, як і усіх інших міських святах, активну участь приймають заклади освіти. Щось незвичайне до прийдешнього свята готує Чорноморська гімназія. Цього року учні Чорноморської гімназії жваво підхопили ідею морських піратів, яку запропонували нам керівництво нашого міста. І звичайні стандартні мантії змінять на піратський одяг. Стануть корсарами, стануть піратами, маленькими і дорослими. Ми дуже сподіваємося, що цьогорічна колона нашої гімназії буде цікава як жителям міста, так і самим гімназистам.
на чолі колони нашого міста буде йти, ми горді цим, буде йти команда гімназії, команда барабанщиць нашої гімназії. Вони дуже хвилюються, репетирують. Рада сповістити, що там влилися нові сили, маленькі гімназистки, які теж дуже з хвилюванням і з радістю очікують цьогорічного свята. Колектив «Барабанщиць» Чорноморської гімназії вже котрий рік поспіль виступає на Дні міста. Ми підготували нову програму.